Задолженность по заработной плате перед сотрудниками учреждений культуры Ершовского района обещают погасить в ближайшее время. Напомню, длительное время зарплату не получают сотрудники двух сельских домов культуры в селе Лапки в поселке Новосельский. По словам чиновников, причиной невыплат явилось приостановление операций по расходованию средств в связи с неисполнением требований исполнительного документа. Сегодня руководители Ершовской администрации обещают до 10 сентября погасить задолженность.